кстати, вот в цирковых жанрах, на самом деле, работа с хищниками – это такой вот рок-жанр, на самом деле. Вот, по, стиль, да. Вот, очень близко, на самом деле, вот, по экстриму, по какой-то вот этой экспрессии. Вот я, может быть, сейчас в своей некомпетентности какой-то распишусь, но скажите, как давно вы вообще с лошадями работаете, вот вы лично? Всю жизнь. Всю жизнь, да? Вот да. Я же сказал, что я сейчас продемонстрирую некомпетентность, потому знают, что запашные это кошки всегда, то есть да, как бы прямая ассоциация. Ассоциация, да, прямая, да. Но немногие знают, что именно в 97-м году наш первый всероссийский цирковой фестиваль мы с братом выиграли как жонглеры на лошадях. Ага. А работать с хищниками мы начали только в 99-м году. Угу. Так. Понятно. Скажите, а кошки это хищники? Вот как однозначно вы считаете, конечно, да? Почему? Конечно. Вот она хищница. Она вам сейчас демонстрирует, да. Да, ну, да, если вот тут мышь, если бы тут мышь бегала, я не думаю, что ее бы. Нет, я думаю, сейчас у нее совсем другие задачи. Сейчас я думаю, ей бы куда-нибудь забиться, и она уже сыта, накормлена, ей не до мышей. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».